который можно играть. Диск смотреть. Открывается, и диск туда ставишь. А потом? Потом уже смотришь. А что можно смотреть? Мультик. Это такое положение, где смотрит что-то. Там игла. Работает. Компьютер — это где работают, где играют. Игра на компьютере. У них там еще Маша и Медведь есть мультик. В компьютере можно мультики смотреть только. Там только диски такие. Диски, фотографии всякие разные. Там играли, фотографии смотрел. Это там, где работают, печатают всякие документы и игры играют. Компьютер — это такая техника, где можно играть в игрушки и работать. Компьютер — это где, ну, где играют, где можно посмотреть, что не знаешь. Это где можно играть. Компьютер — это когда хочешь поработать, когда мне там почту присылают, у меня всегда почту присылают. Uh-huh. Смотрю, присылают кто-то. Я смотрю мультики, в игры играю. Играть во всякие игры. Смотреть мультики. Я тоже играю, как мама. Ну, там ВКонтакте, Покемон. На нем играю. Компьютер — это где можно смотреть фильмы. Компьютер — это где можно все узнавать. Компьютер — это главный помощник. Компьютер — это интернет. Компьютер — это такая умная штучка. Хорошо, Маша. Чтобы играть. Да. Ну, чтобы узнать всем одну, каждую информацию, кто какую хочет. Так. Ага. Чтобы учиться. Чтобы здесь не беситься, можно просто здесь поиграть в гонки. Хорошо. В интернете, ага. Можно эти игры для ума. Эти умные игры. В компьютере, ага. Я компьютере делал уроки. Мы там нашли с мамой музыки, и Ариша всегда включаем барбарики музыки. Компьютер — это жизнь. А как это жизнь? Это что? Ну, на нем можно играть, можно машину смотреть, сколько они стоят, можно погоду смотреть. Когда стучитель, можно посмотреть в компьютере, и на переменках можно поиграть в одну игру внимательно, которая называется «Магическая энциклопедия Лунный свет». Там надо искать предметы и потом их ложить вместо. В компьютере можно найти своих друзей. Компьютер — это который помогает тебе в жизни, можно следить за городом. И можно с любым человеком вдали, кто у тебя, общаться. В компьютере можно на перемене зайти в интернет и посмотреть акку, там всякие разные фотографии. Найти в интернете игры-загадки. Что хочешь, в Яндекс залезть, что хочешь написать, и там можно послушать, поиграть. ВКонтакт, ага. И там писать в другой город кому-нибудь. Например, я пишу папе в Питер. Еще можно зайти в интернет и там поиграть в игры, которые мы в классе играем. Все, что задали домой. На переменке можно посмотреть мультики. Запах сработал. Все, отойдите. Здравствуйте. Говорит телепрограмма. Здравствуйте, тетя Света! Здорово!